Так исторически сложилось, что отчет главы муниципалитета больше, чем протокольное мероприятие. Это еще и своеобразная площадка для общения. Многочисленные общественные и муниципальные организации представили тематические стенды, где можно было познакомиться с направлениями их деятельности. Перед началом отчета глава муниципалитета Валерий Венцель обошел импровизированную выставку достижений Ленинского района. Его сопровождали министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, член Совета Федерации Алексей Русских, депутаты Мособлдумы Владимир Жук и Юрий Липатов. Ленинская азиатская вода. Ленинский бювет называется. Его так и знают. Очередь стоит колоссальная. Серьезно. Артезианская скважина в центре города. Далеко не маленький зал Дворца спорта «Видное» едва вместил всех желающих. Начал свое выступление глава муниципалитета с постановки задач на ближайшую перспективу. Ленинский район традиционно, исторически был лидером Подмосковья. И нам необходимо вернуть эти лидерские позиции. Это означает, что жители предъявляют более высокие требования к местной исполнительной власти и депутатскому корпусу. Именно такую амбициозную цель – стать муниципалитетом-лидером – ставим перед собой. Подводя итоги экономической деятельности, Валерий Венцель отметил, что общеэкономический оборот района в 2018 году составил почти 447 миллиардов рублей. Объем инвестиций в нашу экономику составил 46 миллиардов рублей. По данному показателю мы находимся в десятке лидеров. За прошедший год создано более 2000 рабочих мест. В целом в районе работает около 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Глава муниципалитета рассказал, что в Ленинском районе предоставляются различные субсидии на модернизацию производства и социальное предпринимательство. За этот год, прошедший, 2018, действительно много было сделано и со стороны администрации, и со стороны торгово-промышленной палаты, чтобы наладить отношения с предпринимателями, вывести их из тени, дать им возможность прямого общения для того, чтобы как бы улучшить и дела в районе. Валерий Венцель затронул вопрос развития социальной инфраструктуры. В прошлом году в районе открыто 4 детских сада. Напомню, что новые объекты инфраструктуры на 100% реализуются за счет внебюджетных средств. И это пример эффективного взаимодействия бизнеса и муниципальной власти. Предлагаю впредь застройщикам территории придерживаться правила. Социальные обязательства не должны отставать от ввода в эксплуатацию жилья. В сентябре откроет двери школы в Боброво. В настоящее время идет строительство детских садов в 5 поселениях. Также строятся школы в Мисайлово и Дрожжино. Контингент постоянно увеличивается. Вот в настоящее время уже 19 875 обучающихся в наших образовательных организациях. Реализовать многие программы, которые сейчас востребованы, без такой серьезной поддержки материальной просто невозможно и нереально. Планы грандиозные, в планах строительства, открытия новых объектов. Ну, главное, чтобы застройщики выполняли свои обязательства в срок, а мы как бы уже вот учебный процесс организуем. Важной частью отчета главы стали вопросы развития здравоохранения. Он рассказал об открытии новых поликлиник, поддержке медицинских кадров, развитии скорой помощи. В прошлом году мы открыли больницу в Молоково. Новейшее просторное здание, оснащенное современной техникой, рассчитано на 100 посещений в смену. 15 коек дневного стационара и 36 круглосуточного. Начало работу новое отделение Видновского перинатального центра на 56 коек. А в 2019 году дополнительно откроем поликлинику в Зеленых аллеях, проекты, мощность которой рассчитана на 100 посещений в смену. Плановое завершение работ – 4-й квартал этого года. Не обошел глава и вопросы экологии, реализации спортивных и культурных программ. При этом он отметил, что огромную помощь в работе муниципалитета оказывают неравнодушные граждане. Ситуация в стране, что в приоритетах всегда экономика, здравоохранение, вот, но не надо забывать, соответственно, об общественных, молодежных направлениях, вообще о социальных коммуникациях как таковых, с гражданским обществом, с активностью жителей и с молодежной политикой в Ленинском районе все хорошо. Глава подвел итоги деятельности и в сфере ЖКХ и благоустройства. В 2018 году свой облик изменили 15 дворов. Было оборудовано 730 парковочных мест. В районе подходит к завершению губернаторская программа «Мой подъезд», в ходе которой в прошлом году на условиях софинансирования было отремонтировано 465 подъездов в 157 домах. До конца года в Ленинском районе мы планируем привести в порядок еще 232 подъезда.
Также в районе реализуется проект «Светлый город». Стоит отметить, что подавляющее большинство работ в сфере благоустройства проходит под личным контролем главы муниципалитета. Внимание главы, безусловно, помогает. Оно стимулирует и нас, как работников исполнительной власти и законодательной власти, в том числе на местах, в поселениях. Также, в общем-то, оно, конечно, дисциплинирует и исполнителей, и коммерческие структуры, и другие и бюджетные учреждения, в том числе на выполнение работ. Конечно, авторитет главы помогает в этих вопросах существенно. Не только о достижениях, но и о проблемах говорил глава муниципалитета, и одна из них транспортная. Он рассказал, что уже в этом году начнется строительство нескольких новых магистралей. Будет реконструировано Старокаширское шоссе и построен выезд 6-го микрорайона. Как мы знаем, это один из плотно населенных микрорайонов города Видное. В сентябре этого года мы должны приступить к строительству выезда из микрорайона Зеленой аллеи. По проекту у нас появится дорога протяженностью почти в 2 километра, которая связывает город, трассу Дон и примыкает к МКАДу. Валерий Венцель отметил, что все, что делается в районе, было бы невозможно без активного участия органов местного самоуправления и стабильной работы муниципальной власти. Учитывая, что наш глава района Валерий Николаевич Венцель, он не один год был председателем Совета депутатов Ленинского района, то есть знает не понаслышке чаяния и саму непосредственно работу депутатов, я думаю, что как раз вот этот тандем у нас сейчас и сложился, и конструктивный диалог есть, и есть единая сплоченная команда, которая позволяет нам ставить перед собой определенные задачи и их выполнять. В заключение выступления глава муниципалитета поблагодарил за помощь в работе губернатора и правительства Московской области, депутатов всех уровней, руководителей территориальных, федеральных и региональных органов исполнительной власти. 5 лет – это время, когда можно увидеть результат. Когда отдельные маленькие шаги, объединенные общей стратегией, создадут волну позитивных перемен. Когда открытость власти, сбалансированная градостроительная политика – новые стандарты в благоустройстве медицины войдут в нашу жизнь и станут нормой. Традиционно по окончании мероприятия было проведено награждение граждан района, оказавших значительный вклад в развитие социальной, культурной и экономической жизни муниципалитета. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.